Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сейчас на дворе январь месяц, но посмотрите, какая потрясающая погода стоит на улице. Сейчас порядка 22-25 градусов. Также чуть позже мы спустимся на пляж, и вы увидите, что даже в январе в Алании возможно не просто загорать, но и купаться. В этом видео мы вам покажем, что же происходит на набережной, на пляже в Алании, но и самое главное, отправимся с вами в один из самых красивых и интересных комплексов, которые понравились нашим клиентам и которые мы хотим представить вам. Многие из вас подписаны на мой канал достаточно давно, и многие спрашивали о том, где же видео, почему мы не снимаем больше видео, почему мы не выкладываем видео на канал. И, друзья, я раскрою вам секрет. Те, кто подписан на меня в Инстаграме, кстати, не забывайте подписываться на мой Инстаграм, ссылка на который будет в описании к этому видео, а также на мой Фейсбук. Многие, кто подписан, знают, что происходит, а если вы не знаете, то скажу. Мы открыли новый офис нашей компании, и поскольку было очень много работы, не было возможности снимать видео. А также в Турции произошло очень много изменений касаемо законодательства, вида на жительство, покупки недвижимости иностранцами, открытия бизнеса иностранцами. Все эти услуги, консультационные услуги, а также услуги по недвижимости, начиная от показа и заканчивая ремонтом под ключ, оказывает наша компания. Но о нашей компании более подробно я расскажу и покажу наш офис в следующем видео. Поэтому, если вы хотите увидеть наш офис, узнать больше о нашей компании, а также узнать о том, как вести бизнес в Турции и послушать мою историю в Турции, обязательно пишите в комментарии, если вам это интересно. А также напишите, какие другие темы вы хотели бы, чтобы мы осветили. Мы сейчас находимся с вами в районе Оба. Этот район один из самых привлекательных районов в Алании для жизни. Почему? Потому что здесь широкие красивые пляжи, здесь очень богатая и классная инфраструктура, район не высокоэтажный, очень много зелени. И одним из также преимуществ этого района является то, что сейчас многие резиденции строят за большой объездной дорогой. Но даже несмотря на то, что резиденции находятся, казалось бы, далеко, до ближайших магазинов, таких как метро, Аланиум, торговых центров и даже до пляжа, можно дойти пешком буквально за 10-15 минут. То есть преимущество в том, что вы живете в красивом районе с видом на горы, но если вы хотите сходить на пляж и искупаться в море, то также можно воспользоваться либо трансфером из комплекса, в зависимости от того, в каком комплексе вы живете, либо пройтись пешком по красивым улочкам Обы прямо до самого моря. Ну, а как я уже говорила, мы находимся на пляже. Сейчас на дворе январь месяц. Посмотрите, народ купается, загорает, очень-очень тепло, погода просто прекрасная, и Алания именно этим и великолепна. Вы можете купаться на море, наслаждаться горами и одновременно даже кататься на лыжах. Но об этом мы расскажем вам чуть позже. В описании к этому видео смотрите, как мы ездили на горнолыжный курорт Соклыкент. В прошлом году будет ссылка. Ну а сейчас давайте пройдем на море и насладимся этой красотой. Друзья, представьте, что даже в январе месяце вы можете не просто наслаждаться красивыми видами Алании, как самого пляжа, так и с гор, но и купаться,
дышать свежим морским воздухом, наслаждаться жизнью. Причем все вы прекрасно знаете, что в Алании бесконечные широченные пляжи. Есть пляжи на любой вкус, есть песчаные пляжи, например, как вот этот пляж с небольшими вкраплениями гальки. Есть пляжи с каменными плитами, есть пляжи такие, как Инджикум, например, один из самых красивейших пляжей Алании с мельчайшим песком и очень-очень плавным входом в море. Поэтому, когда вы выбираете какой-то район Алании для отдыха, жизни, инвестиций, времяпрепровождения, обязательно думайте о том, что же всего, что ближе вам всего, что вы хотите. Быть близко к морю, к горам, к инфраструктуре. Конечно же, все зависит от состава вашей семьи, от возраста. Поэтому, друзья, если вы задумываетесь о приобретении недвижимости, как для отдыха, жизни, так и инвестиций, можете обращаться в нашу компанию. Наши девочки-менеджеры подберут именно то, что вам нужно, только по вашим критериям. Никаким другим образом мы не работаем. У нас всегда актуальная база, всегда лучшие цены в Алании от застройщиков и от собственников. Поэтому в описании к этому видео есть все мои контакты. Буду рада ответить на ваши вопросы. А сейчас отправляемся смотреть один из наших лучших объектов. Друзья, мы уже приехали на наш объект. Он состоит из трех блоков. Это проект с полной инфраструктурой, начиная от бассейна, барбекю, сауны, фитнеса, хамама. Также есть закрытый бассейн, детские площадки. В общем, в этом проекте полная инфраструктура. Блок А, Б и С. В каждом блоке осталось на продажу всего несколько квартир. И именно вот в этом блоке квартиры мы покажем вам чуть позже. Несколько наших клиентов приобрели квартиры 2 плюс 1 и дуплекс. Какие же преимущества этого комплекса по местоположению? Как я вам уже и говорила, находится он в потрясающем месте, окруженном горами. Несмотря на то, что здесь сейчас идет стройка, полностью будет сделан пейзаж и, конечно же, инфраструктура, когда стройка закончится. Этот проект будет готов к заселению в июне-июле этого года, 23-го года. Ну, а полностью вся стройка будет закончена, вся стройка до самых мельчайших деталей пейзажа будет закончена в августе 23-го года. Застройщик, который строит этот проект, на рынке уже находится более 35 лет. И строит не только в Алании, но и в разных городах Турции, таких как Конья, Стамбул, Анталия и другие. У них очень много проектов также в Алании. Сейчас они строят более 12 проектов, которые находятся на разном уровне застройки. Есть готовые проекты уже практически, а есть проекты, где даже еще фундамент не заложен. Поэтому по новым объектам вы также можете к нам совершенно свободно обращаться. Мы вас проконсультируем. И что самое главное, мы продаем только от тех застройщиков, в которых мы сами уверены, у которых есть и опыт стройки, и предыдущие построенные проекты, ну и, конечно же, репутация. Как я уже сказала, этот проект состоит из трех блоков, и, как вы видите, сама общая территория этого проекта большая. Здесь будет 11-метровый бассейн с зонами отдыха, с лежаками. Здесь будут расположены в блоке А, будут расположены зоны кафе, спа, хамам. В этом блоке будет расположен фитнес. Мы уже поднялись на третий этаж, и в этом проекте есть квартиры разных планировок. Квартиры 2 плюс 1 пользуются популярностью и дуплексы. Сначала мы покажем вам квартиру 2 плюс 1, которую приобрели наши клиенты. И
внесли некоторые изменения под себя. Друзья, не забывайте о том, что когда вы покупаете квартиры на этапе постройки, вы можете сделать не только интерьер под себя, но и также передвинуть какие-либо стены. Например, из квартиры 2 плюс 1 по планировке, по архитектурной планировке вы можете сделать квартиру 1 плюс 1, как и поступили в данной квартире наши клиенты. На самом деле в этой квартире было 2 спальные комнаты и гостиная, совмещенная с кухней. Но, убрав одну из спальных комнат, гостиную совместили с маленькой спальней, кухней. И кухня, которая должна была быть вот с этой стороны, была перенесена на эту сторону. Здесь была стенка. И снеся эту стенку, мы получили большую кухню, гостиную с 2 балконами. И, как я уже сказала, пространство для того, чтобы поставить какие-либо шкафы и хранить там вещи. И в этой квартире также есть входной коридор, в котором достаточно места для того, чтобы хранить вещи, туалет с душевой кабиной. И также здесь расположена небольшая спальная комната, как и хотели клиенты. Все шкафы будут находиться в большом помещении, в кухне-гостиной, а здесь будет место для отдыха. Также есть, конечно же, туалет, ванная комната и коридор, который приспособлен для того, чтобы поставить встроенный шкаф и сделать какие-то необходимые шкафчики, повесить зеркало для прихожей. И вот это уже входная дверь в квартиру. Идите, я вам покажу, как выглядит, когда стенка есть. В той квартире мы убрали именно вот эту вот стенку, которая отделяла спальную комнату и гостиную. И совместили гостиную с кухней вместе с небольшой спальной комнатой. И таким образом у нас получилась квартира 1 плюс 1. Мы поднялись уже на 4-й этаж. Здесь располагаются дуплексы. И покажу вам опять же квартиру, которую приобрели одни из наших клиентов. Квартира двухэтажная. По плану эта квартира 4 плюс 1. Но для того, чтобы квартиру сделать чуть больше, клиенты попросили сделать всего 3 комнаты. На первом этаже у нас расположено 2 комнаты. Санузел и лестница, которая ведет наверх. На втором этаже расположены 3 спальные комнаты, и здесь также будут внесены изменения. Например, одна вот эта вот спальная комната, которая не имеет свой санузел, но за этой стенкой находится санузел. И санузел за этой стенкой будет увеличен и сделан вход из этой спальни. Также 2 вот эти вот небольшие спальни, вот это вот и вот это, они будут совмещены. Вот эта стенка закрывается, санузел расширяется и будет относиться к той спальне. А из этой спальни уже будет дверь здесь в ту спальню. И здесь будет вторая небольшая гостиная. На первом этаже опять же расположена кухня с гостиной и маленькая спальня. Если говорить о балконах, балконы здесь идут по периметру и... Здесь также открывается вид на горы. Сейчас, кстати, является трендом покупать квартиры именно с видом на горы, не с видом на море. И как вы видите, по периметру всего дома идет вот такой вот балкон. И здесь мы уже попадаем во вторую маленькую спальню, которая, как я уже говорила, дверь в которую будет вести из небольшой гостиной. Поэтому, опять же, когда вы покупаете квартиры на этапе строительства, не забывайте о том, что практически все в квартире, за исключением строгих технических деталей, которые регламентированы, и архитектурных деталей, вы можете изменить. Начиная, конечно же, от розеток и заканчивая цветом стен, интерьером. Можно перенести какие-то стены, в общем, сделать все под себя. Друзья, вот такой вот интересный обзор квартир в строящемся доме у нас получился. Обязательно пишите в комментариях,
что вам понравилось, что не понравилось, а самое главное, какую недвижимость в Турции вы хотели бы приобрести, свои критерии. Также в описании к этому видео есть анкета, которую мы подготовили специально для вас, для того, чтобы вы поняли, какую именно недвижимость вы хотите приобрести, а также отправили нам этот запрос, чтобы наши менеджеры подобрали именно то, что вы ищете. Также в описании к этому видео есть ссылка на наш Инстаграм, на Фейсбук, где вы можете посмотреть все объекты, которые мы предлагаем на продажу. Ну и, конечно же, много красивых фото, видео из Алании, из Турции и отзывы наших клиентов. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. И ждем вас в нашей компании «Сити Групп».